Чуба-дуба-дуба-пада-папа. Ее, кря. Братик, YouTube нормально не присылает оповещения, поэтому подпишись на рассылку ВК, чтоб тебе все доходило. Спасибо. Здорово, народ. Сейчас у Overwatch годовщина. По этой причине Blizzard написали мне и сказали: йоу, братишка, сделай ролик, пожалуйста. Поэтому без проблем. Спасибо, Blizzard, за то, что обратились ко мне. И давайте покажем, что мы самые жесткие. Поэтому зайдите по ссылочке в описании, если хотите помочь мне, пойдите, поиграйте. Overwatch бесплатный сейчас, там открыты все возможные аркадные режимы, которые открывались за все последнее время, и в них можно поиграть без проблем. Сам Overwatch бесплатный, так что ты можешь в него без проблем поиграть, даже если не хочешь тратить деньги. Он бесплатный не навсегда, а только на это время, поэтому советую. Также ты можешь скины купить, если ты любишь скинчики. Именно сейчас стоит их все купить, тебе понравится. Так что обязательно, братцы, по ссылочке в описании. Не надо ставить лайки этому видосу, лучше зайдите и отблагодарите их от меня за то, что обратились ко мне. Ссылочка в описании, игра бесплатная, поехали. Также они еще добавили прям супер клевую тему, которая мне без шуток очень нравится. Я частенько смотрю видосы и, скорее всего, частенько буду в это играть, потому что чего мне не хватало в Overwatch, это возможности создавать свои мини-игры. И теперь появилась возможность в мастерской создавать всякие штуки. Можно посетить форум, но главное, ты можешь добавлять разные правила и создавать свою собственную мини-игру в Overwatch. Допустим, там, Pot of Lava или там какой-нибудь режим, где ты хочешь убить чуваков, а ты огромный танк и тебя пытаются убить. Это очень интересно. И, скорее всего, это мы с тобой и поиграем. Еще во время вот этой вот игры до 10 июня, во время этой годовщины, ты получишь дополнительные лотбоксы, в которых ты можешь получить всякие клевые штуки. Я уже открыл эти лотбоксы, потому что я уже играл в Overwatch. И сейчас я покажу кадр со стрима, как я его открывал. На протяжении этих 3 лет. Сейчас у нас доступен тот, который мы вам показали. С роботами и так далее. Каждый день меняется этот режим. То есть можете взять там 3, смотреть, понравится или нет, бесплатно. Чатик сказал, что ты не прав, Бьорн. Смотри. Скажите, что Винди не прав. Бьорн не прав. Они сами поняли. Это такой стинг не очень. Там не только выигрывают. И вот. Все ивенты. Я потом типа стрима расскажу, это очень смешная тема. Хорошо. Ну, песня хорошая, на самом деле. У меня зевалится. Вот, так что парочку легендарочек я получил. Ну и если я правильно помню, ты сейчас можешь покупать любые скины, которые были когда-либо. Вот, допустим, Ханчжун. Не, мне не нравится. Наследник кибер... Мне киберниндзя нравится. Это мой или воин на прогулке. Я видел какой-то супер классный скин. Не. Короче говоря, любые скины ты сейчас можешь купить, так что если ты хочешь, самое время. Ну а мы погнали посмотрим, что тут у нас есть в кастомных играх. О, Мстители против Таноса. А, е, поехали. Это то, что мне надо. Так, я походу играю за этого, как... Фак, я забыл. Я играю, короче, за Сокола, за Соколиного стрелу, за за Лучника. Лучника, который просто бегает и выглядит эффективным. Я уже победил. Видишь, какой я классный? Только зашел, уже победил. Ну что, Мстители, против нас Танос. Мы должны его убить, я умею бегать по стенам. Ехать и кру... Воу! С какой такой поры я умею так легко прыгать? Йоу, мне этот герой нравится еще больше. Так, а где сам-то? Прилетел. А, вот он, Танос. Ехать, он здоровый. А, я понял тебя. И он, наверное, будет очень здоровый и очень сильный. Да ща легко, ща легко. Бам, видел ульта. Фак, я не туда. Попал! Отлично! Бам! Танос меня прям сразу убил! Ну я знаю, конечно, что это не Танос, это Doomfist. Я мастер в этой игре, я знаю каждого героя. Че, я никогда не воскресну? А, то есть у нас есть только один шанс. И если он по тебе попадает, ты его... ты умираешь сразу. А у него много жизней. То есть это буквально Танос. И, кстати, это реально похоже на правду, потому что Танос тоже кулаками в фильме многих бил. Сори за спойлеры, но ты знаешь это. Мстители, мы проиграли в первый раз. Это была Война Бесконечности. Сейчас будет вот этот вот последний фильм. Забыл название. Но сейчас мы победим. Ради Земли. Ради нашего доброго имени. А кто из них Старк, мне интересно? Кто? Нет, вот Бриетта вот это вот олицетворяет, я так понимаю, Капитана Америку, да? Мужик с молотком, наверное, Тора. Кто еще? Ханзо. Ханзо, наверное, Тони Старк. Подожди! Я пока раздумывал, меня убили! Ладно. Агарио, ну, в Overwatch. Так, мы играем в Overwatch Агарио. Ехать, это прикольно! Подожди, я должен, я так понимаю, хуками. Я должен убивать хуками. Поехали, 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 поехали! Overwatch в Агарио. Так, окей.
А, есть тут возможность как-нибудь просто есть что-нибудь маленькое для того, чтобы увеличиваться? Сколько у меня вообще... Сколько у меня шаров? У меня много шаров. Так, подкрались. Бам! Поехали назад. Улучшение плюс. Улучшение плюс. О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! О, нет! Классная тема. Так, 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 вот этот здоровяк. Бам! Нет! Фак! Фак, мазафак! Уворачиваемся, уворачиваемся, уворачиваемся. Когда я увеличиваюсь, я еще когда к ним подхожу, я их убиваю, да? Когда я подхожу к ним поближе, я их убиваю. Бам! Убил. Давай-ка вот этого убьем, попробуем. Попробуем, попробуем. Сколько у меня элементов вообще? Сколько у меня шаров? Я не могу никого убить. Мне никому не... О, взял! Я понял, мне нужно брать вот эти вот, чтобы становиться больше, да? А сколько у меня вообще? Сколько у меня шаров? Тут можно реально собирать эти штуки и становиться больше. А потом убивать людей. Я не знаю, почему, но мне очень нравится этот режим. Он такой крутой. Он именно такой, знаешь, бам, быстрый. Дайте съем, дайте съем, дайте съем. Сволочь. Тихо. Бам. Готов? Бам. Самый лучший игрок в Агарио. Бам, бич. А-дя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 . У меня не было ворота. Бам. О, щит. О, щит. О, щит. Так, взяли вот это. Бам. Взяли, взяли, взяли. Оп, увернулись. Хе-хе-хе. Бам. А, щит. А, щит. Так, все, я понял тебя, все, я понял тебя. Надо съесть, надо съесть, надо съесть, надо съесть, надо съесть, надо съесть, надо съесть. Все нормально, я просто мимо пробегающий свин. Я просто мимо пробегающий турбосвин. Дайте съем, дайте съем, дайте съем, дайте съем, дайте съем. Дайте съем, дайте съем, дайте съем, дайте съем. Дайте съем, дайте съем. Бам! Съел не так, как хотел, но съел же, ну. Съел же. Ах ты тварь, кушка! Бам. Оп, первый килл. Хорош, хорош. Бам! Ебой! Ебо! Ау! Бам! Я же попал! А! Когда он такой большой, от него трудно спрятаться. Когда он такой большой, это неприятно. Бам! Бум, бич! Бам! Ха! Ха! О, щит! Куда, 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 куда? Пойди, ваш! Куда, где он? Хорош прыгать! Бам! Я хотел уже сделать бам! Бам, бич! Оп, увернулись! Убить, 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 убить. Убил! Попрыгали, 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 попрыгали. Бам! О, щит! О, щит! Все не важно, все не важно, все не важно. Я спрятался. Я в кустиках. Дурак, что? Как он меня нашел? Я хотел спрятаться от этого бредного мира в кустах. Я хотел сделать свои дела грязные, а вы мне не дали. Ну что за дела? Бам! Я вышел вперед! Я самый большой в Агарио, иди сюда. Да! Тварь. Надо убивать самого большого. Когда ты убиваешь самого большого, ты сразу в дамки отправляешься. Бам! Вот так вот! Когда ты становишься большим, тебе так хорошо вообще. У тебя так хорошо, когда ты большой. Но когда другие большие, тебе плохо. Тебе очень плохо так увернуться. Э! Как это я промазал? Так, подожди, подожди, подожди. Прячемся, прячемся. Не, ну я в этом раунде уже был первым. Некоторое время. Не полностью, конечно, но некоторое время. Как его убить теперь? Его ж невозможно теперь убить, правильно? Он теперь такой большой, что до него мой крюк не долетает. Я ходячий апокалипсис, слышь ты, бичара. Не, может быть и можно дотянуться. Я почти дотянулся. Не приближайся ко мне. Не приближайся ко мне. А-а-а! Он страшный. Бам, бич! Бам, бич! Бам, бич! Я теперь тоже большой. I'm so fucking big. Пошел вон. Пошел вон. Серия из 5 убийств. Это мне нравится. Иди сюда, на. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Вот это нормально. Так, 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 так. Это плохо, ненавижу эту игру. Да ну тебя. Кому-то там осталось 3 убийства. Я хочу вернуть мой счет. Неважно. Но я был первым довольно долгое время, это уже отлично. РПГ? Здесь есть РПГ? Чего? Жизнь плюс 0. Наносить урон. Лечит. Атаковать быстро. Типа РПГ режим? Так, подожди. Хорошо, это было специально. Я умер. Окей. Вот у меня есть деньги. У меня есть деньги. У меня есть возможность сделать покупки. Я могу становиться сильнее. Я могу умирать. Я способности должен покупать. Йоу. Мне нравится этот режим. Не-не-не-не-не-не-не. Так, он сейчас ко мне полетит. Не, ну. Но он уже закупленный, конечно.
Бам! 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 Йос! Йос! Одного убил, нормально. Не, ну он закупленный. Бам. Бам. А, щит! Не-не-не-не-не-не. Все. Бам. Бам. Ха-ха-ха. Вот, покупка есть. Улучшение, убийство, деньги. Так, давай вот это вот купим. Улучшение куплено. Улучшение куплено. Улучшение куплено. Атаковать быстро купим. Мне надо было способности открыть. Блин, классная тема. Реально классная штука. Поехали. Теперь я, по идее, должен... Ха! Первый килл, хорош. Так, я зашел в какой-то режим инфекции. Я становлюсь зомби. Я становлюсь зомби, когда меня убивают, да? Нет? Я не понимаю. На. Теперь... А, когда меня убивают, я становлюсь таким же, как и он, и вступаю в его команду, да? И мы типа доходим... Реально, это зомби. Это зомби-режим. То есть, ты выбираешь себе персонажа, потом пытаешься этим персонажем кого-то убить, и когда ты кого-то убиваешь, он становится одним из тебя. И все, и вы в одной команде. Это реально зомби. Зомби-режим. Да, и все показываются. Вот они, вся моя команда. Погнали. Бам. Хорош, я забрал ботал очко. Всех превратил в зомби. Так, поехали. Мне надо за кого-нибудь играть? За кого я могу убивать? За Фару. Хотя, конечно... Оп, первый. Здорово, добро пожаловать в семью. Блин, вот это классный режим. Так, восстановились, поехали дальше. Поехали. Тихо. Нет, меня убили. Нет. Ладно, неважно. Нет, только не за вас. Я не хочу быть симметрой. Нет. Ладно, давайте, мы просто командой разберемся. Просто командой со всеми разберемся. Бам-бам-бам. Преврати меня в себя, спасибо, бро. Я теперь свой же портал убиваю. Бам-бам-бам. Сейчас у нас плата, меч. На, не. Превратили в зомби, отлично. Помогу, ага. Не, походу макри здесь победят. Макришки победят, потому что макришки... Клёвые. Еще раз Афару. Бам. Главное, чтобы ко мне никто не подрубился другой. Потому что если ко мне кто-то еще подрубится, надо макришек убить. Давай, братуха! Вместе! Убивай! Пошел он. В смысле, иди... Нас много уже! Нас трое уже! Держись! Так, нужно лечение. Пошел. Мы еще кого-то превратили. А, фак! Нет. Я к такому не готов. Там враг был. Бам. По-моему, попал. Неважно. Не попал. На самом деле не попал. Собрались. Ля, жесть какая! Мы превращаем всех в себя! Бам! Хорош! Так, теперь жить. Полетели. Бам! Превратили. Еще раз. Бам! Да тебе же прям в щит прилетело. Нормально, мы должны Думфистов победить. Так, плохо подлетел. Мы должны их победить. Давайте, сестры. Мы победили. Мы всех превратили в нас. А за кого еще умею играть вообще? Давай за Ханза. Хз. Я за Фару лучше всех играю, поэтому... Неважно. Не, ну, слышь. Тут танки самые жесткие, мне кажется, будут. Не. Нет! Пошел вон! Уйми! Танки реально самые жесткие. Поехали! Да я своего взял! Ты дурачок! Мое почтение! Поехали! А кто против нас вообще? А, против нас гензики! Против нас много гензи! Это гензи против Рейнхарда! Не, ну... Что ты делаешь? Вот зачем? Что ты сделал, идиотина? Поехали! Жесть! Мы снова превратили всех в себя. Ты видел это? Я по ней попал, ее же штука, она отлетела куда-то далеко. Дебилка. Оп! Так, тихо. Жить. Должен жить. Готов! Я, ну, за Гензи посложнее играть, мне кажется, чем за Трейсер. Хотя и за Трейсер нелегко, естественно. Давай! Снова превратили всех в зомби. Ладно, ребят, я думаю, на этом мы с тобой закончим. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Ссылочка на Overwatch в описании. Обязательно поиграй. Ну а пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи. Режим реально классный. Пока.